стали мужиком, который, блядь, пели про Навального. Она, мамочка, пела его про Навального, что пили дня с имущества. И специально угрожающим отдавать имущество Навального. А бизнесе были на контакты именно с Путиным. Но, блядь, сука, родовая. Это даже историю присирать посадили лично за меня. И тогда тоже лично за меня. Потому что Путин все-таки получил мое письмо в 99-м году.